Майкл, София, они вдвоем были в нашей молодежи, и мы видели, как они начали общаться друг с другом. Это все происходило перед нашими глазами. И для нас приятно. Майкл был в нашем молодежно-братском совете, я с ним очень много работал, у нас много было проектов молодежи, где мы там советовались, общались, беседовали. И он был один из самых таких надежных братьев, где я знал, что ему можно доверять любое дело, и он будет ответственный и сделает его. И желаю, чтобы Бог вас благословил в будущем, и ты дальше был ответственным, чтобы вы шли за Богом, служили Богу, как и до сих пор, и возрастали в познании Бога. Мы хотим вас поздравить с молодежью, с Ломской, и хотим, чтобы вы были счастливы всегда. Юность ваша улетела, навсегда ушла. Пусть Господь благословит вас навсегда.